Соблюдение безопасности дорожного движения со стороны его участников по-прежнему оставляет желать лучшего. За прошедшую неделю со 2 по 9 мая в поле зрения госавтоинспекторов Нефтекамска попали более 500 нарушителей правил дорожного движения. Из них за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 17 водителей. 14 пренебрегли правилами безопасной перевозки детей и не воспользовались автокреслами. 78 водителей были остановлены за то, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Также были и те, кто не уступает дорогу пешеходам. Таких протоколов было составлено за неделю 13. Еще 9 пришлось напомнить о несвоевременной оплате штрафов, не отстают от автолюбителей и пешеходы. За неделю было составлено 16 административных протоколов на пеших участников дорожного движения. Но, как и прежде, львиная доля всех нарушений приходится на выходные и праздничные дни. За праздничные дни на территории города Нефтекамск зарегистрировано 264 нарушения правил дорожного движения. Из них задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 7 перевозили детей без детских удерживающих устройств, 32 водителя не были пристегнуты ремнями безопасности, 5 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, нарушений среди пешеходов 15, 12 водителей управляли своими автомобилями с тонированными стеклами. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.